Io passerei il micro. Свободным падением нажмите F, чтобы раньше раскрыть парашют. Это позволит вам парить дольше и приземлиться на менее оживленную территорию. Вас опередят. Первыми возьмут то самое. Первыми долетят, первыми возьмут оружие, первыми застрелят, и все будет хорошо. Нехватка прямо котиров. Почему так, непонятно. Приземляться на трассу. На трассу. Ни одного не видно. Как его? Этого. Ну, такого. Не видно ни одного транспорта. Видит транспорт. Футболочку. Серенькая не так приметна. Здесь очень холодно. А еще резко так. Резко. Прямо. Сокращается. Он здесь быстрее всех королевских игр. Сокращается. Хренатень. Хренатень. Я один.
наши гопники. Вот. А вот они туда попали. Ну ладно. Так. А где? Сейчас вырежется и сразу загорится. Есть такие хреновые еще виды транспорта. Их там убивают. Ну ладно, тогда поедем в обход. Будем от их отвлекать. Да, всех убили. А почему так? Непонятно. И сразу это самое, кровь, сразу это. Кровь и это, и жизнь отнимает, как эти все равно что. Большая авария и сразу смерть. Почему так непонятно? Нормально. Я же говорю, небольшая авария и сразу на смерть. Это чем меня? Базукой что ли? 27. Так. Во. Надо их похвастаться. Похвастаться. Ресурсы забирает игрушка. Игрушка. Эта штучка. Во. Во. Что тут у нас? Вот эти вот ребята. 149-й, 30-й и 373-й. А я выжил один. Не выжил, конечно, но убили меня последним. Седьмое место им сделал. Вот это седьмое место. Убийств 0. Награда выживания 260. Так, это не то. Это тоже не то. Вот что. О, номер 3. Третья. Убийств 0. Награда 112. Выживание 340. Третье место. Групповое. И это я подплыл к контейнеру, который упал. Упал. Самолетика. Самолетика упал. Контейнер, и я приоделся, снайперскую винтовочку взял, гранатометик, фауст-патрон, прелесть, розовую почему-то, касочку, бронежилетик и все дела, патроны. Теперь я с собой
немножко даже. Нацепил. Во. Стильные такие же сапожки вообще. Закрыть. Начать. Стильные сапожки. Еще я пятое место занимал. Шоп. Я прячусь просто в этих королевских битвах. Прячусь. В прятки играю. Не убийство. Убивать и хорошо. По крайней мере, в игре. Это вы в виртуале, то есть в реале можете делать все что угодно. А в игре это неприлично. Нельзя выпрыгнуть почему-то. Уже не собор какой-то? Нет. Какая тут карта? Очень плохо здесь. Катерами. Это что покупали. А если они на каждом шагу будут? Кто же его будет покупать? Вот. Такая стильная одежда. Была левая, но что-то как-то не очень это. Фига не видно. Может, нужно обзор улучшить. Что тут у нас? Пока все. Катер был, но мы слишком много хотим. Нажимаете пробел, чтобы всплыть.
отношения. Поле зрения первого лица. Сразу увидели катер. Как только так сразу. Так. Да. Ну, конечно, для этого есть. Различные виды транспорта, чтобы пойти отсюда, вон туда. А если они еще денежки кладут, то им совсем просто. Совсем просто. Вид от первого лица. Синенький потерялся. Синенький. Эй-эй-эй. Эй-эй-эй. О, вот он синенький. Маленький такой. В воде прямо контейнер плавал. И там розовый шпер. Но фалс-патрон мне не помог. То есть я даже не успел им воспользоваться. Угробили. И зверки. Потом в душе было что-то одно, выбрать или фалос-патрон, или снайперскую винтовку. А то... Оружие ближнего боя еще нужно. А, ну, у меня пистолетика нет, не было. Не было у меня. Вообще ничего не было. И тут появился сразу и фалс-патрон, и снайперская винтовочка. Прелесть. Так, они все-таки прибыли. В зону безопасности. Носить.
вот здесь вот зона бомбежки. Прям ракеты. Ложатся, ложатся. Кучно так, кучно. Надеюсь, их видно. Даже издали видно, как бомбят. Лысенько как. Зелененький был с красненьким, синенький отдельно. А теперь все изменилось. Шестьдесят пять осталось живых. Полет нормальный. Бомбить сейчас будут. Вот тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Надеюсь, бомбят только сушу. 64. Ко мне на катере никто не хочет подойти. Значит, дальний бой, уровень 2, тра-та-та. Они объединились? Вроде бы. Нет, вот, зелененькие, почему там еще что-то? Вот это что такое? Что это такое? Кто знает? А, как это хрень, коробочка какая-то. Коробочка. Да. Так. Пятьдесят один. О, перестали бомбить хоть их. Маленьких наших. А это гадка. Гадка хака. Смехатка. Георг Копол. Здесь меня назвали. Починки. Починок был. Румитарь. Госпиталь. Шутинг Ренч. Ой. Не так, чтобы совсем неудачно, но не так и здорово. Могут подстрелить. Зачем он так по грудь высовывается? Нет, воду не бомбят. Немножко затянут. Так. А мы успеем? На мосту могут снайперы сидеть. Такой стресс, такой стресс. Ужас. Так, и эти тоже куда-то идут. А, едут они. Они едут, едут. Стратегическую высоту занимайте. А я вас с воды, это,
Прикрою. Подойду поближе, как Бронсон с пустыни. Мать, залегли у дороги. Наверное, автомобиль оставили и ждут, что им кто-нибудь воспользуется. А они его вероломно убьют. Вот такие тактики. Тактические. Ага. Видите, контролируют стратегическую дорогу, федеральную трассу. Но почему-то не занимает высоту. Вот какой хребет здесь симпатичный. Ну, здесь могут бомбить. Вот на артерию бомбить могут. Это жестоко. Если я там буду. То есть не я, а вот он. Я не он. Не путайте нас. Я сам по себе, а он это сам Сусан. Так. Видно, как бомбят. Взрывите, эти взрывы там. Ужас. Ну что творят? Иногда ракеты видно, а здесь только взрывы видно. О, вот что творится. Ужас. Он здесь сидит, как три тополя на плющихе, торчит. Ой, как-нибудь поднырнул что-нибудь. Как-то ж так надо. Преследуйте. Чего преследуйте? Преследуйте. Преследуйте. Ну ладно. Преследуйте. Следуйте, это хорошо. Хорошо бы... Я здесь два раза катался на этом... на катере. И один раз на водном мотоцикле. Но меня благополучно подстрелили. На водном мотоцикле. На катере не подстрелили. На водном мотоцикле подстрелили, я увлекся, заехал на нем на сушу. Отвлекся. Не увлекся, отвлекся. Здесь очень. Резко все. Не успею я накрутить. Помру раньше. Не я, а он не успеет. Я бы успел. Это как его. Здесь очень быстро шустро как-то смыкается смертельный облак. Быстрее, чем во всех остальных королевских
Capito. Светливо как-то. Еще шмаляют с воздуха. Какое-то время оно будет меня догонять. Если бы я был на катере, оно бы меня не догнало. Нас не догонят. А так его не догнало бы. Его не догнало бы. Смертельное вот это вот яко. Смертельное нечто. Ну почему-то они не хотят контролировать высоту. Не хотят быть на виду. Спрятались в этих зданиях, где мостик какой симпатичный. Прелесть. Ему, наверное, погибать не хочется. При такой симпатичности. 21. А, уже догоняет меня. Меня уже догнали практически. А, все. Если совсем на виду, очень на виду, очень и очень на виду. Живуны. Ай, убили мальца какого-то. А, зелененького. Убили зелененького. Опять такой же мост. Так бежали, может случиться. А здесь шире. А, вот здесь шире. О. Что военный. А был бы гражданский, была бы яхта. Почему-то. Но сюда пулемет можно, зенитку можно установить. О, контейнер сбросили со всякими плюшками, симпатичными. Ну вот, здрасте, пожалуйста.
контейнер внутрь бежал. Секунд полет нормальный. 5 секунд. Были нажать это самое. Так даже лучше. Наблюдать. По крайней мере, не угробили. Они все время за деревьями прячутся. Ага, вот ее видно. Ему ее видно. А его надо убегать уже. Потому что сейчас подвинется это облако. Смертоносные, и все. Он выбежит из этих выкирпик. Нужно по-пластунски. По-пластунски. Это. Того. По-пластунски. Хитропопый. Убили, убили. Он там перевязывается. Ой, и этого убили. Видите, какие нехорошие. Сейчас добьют его. А это занята чем-то. А тут товарищи ее убили. Убили товарища. Она. Гусь не дует. Эй, гусь, подуй. У тебя за спиной убиватель. Ой, шмаляет. А вот же он, видно. Касочка там торчит. А он ее гранатами закидывает. Гранатами. А она его этим коктейлем Молотова.
рынку. Вышвырнуть из игры, потому что до сегодняшнего числа играть можно. Пятисотый, две пятисотки и один 98-го. Это, наверное, зелененький. Нет, вот его предпоследним застрелили. Это зеленый, наверное, которого раньше убили, 500-й. А это девушка. Девушка? А может, кто-то за девушку играет? Бисечком. И этот бисечком. На ножкам. Зябка. Перчатки надо было натянуть на ноги. Так. Статистика. Сезон 13. Средний рейтинг. Так. Как. Вот третий и третий. И пятый. Вот. Ряд. А, это я, значит. Я отрядом пятое место набрала Несула. Так, седьмое. Так, тут я тоже последний помер. И здесь последний помер. И здесь последний помер. А здесь не последний. 21. Вот он, как самый популярный в королевской битве. У меня рейтинг лучше. Часто второе место занимаю соло. Никого не убиваю. Там прятаться как-то лучше и не так жестоко быстро смыкается это кольцо. И там еще есть время. Я вылетаю из самолета, из автобуса, из летающего автобуса. Вылетаю последним. Лечу на этом дельтаплане. В дельтаплане лечу. И пока я планирую, высвечивается на карте область. Первая ограничительная. И я успеваю спланировать на дельтаплане в центр этой области. Этим выигрываю. Поэтому часто занимаю второе место. Никогда первое. А первое место мы заняли. Второй матч проходил.
точно такой же, только бесплатный. Королевская битва. И ничего. И там транспорт мощный. Меня всего изрешетили. И ничего. И ничего. Убийство. Первое место. Из 37 команд. Вот я последний там остался. О, видите, какая штучка мощная. Это застывший наш напарник. Похоже. Вот мы ее нашли. Бронированная. Видите? Все есть решетят у нее. Но она выживет. Девушка. О, лобовое стекло какое, видите? Все забито. Щелчик видно. Вот какая техника должна быть. Ну, в этом боевичке тоже в платном, который ПБГ. О, шмальнули. Вот опять шмальнули. Выдвигаем компаньона, оставшегося пока в живых. О, он бежит, 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 но и замер. Вырубился. Пошел в туалет. И там застрелился.
Сеня. Все. Замер. Бум. Все. Зона начнет сжиматься через 10 секунд. Получено 39 душ за убийство противника. Остальные души хранятся в надгробии. Уничтожь надгробие, чтобы получить 91 душу. Очень мощная машинка, но управление тяжкое. Хотя бы пошел вот за эти, за эти бы хотя бы от нас спрятался. Инертное управление. Вот. Поворачиваешь. А оно через некоторое время только начинает поворачивать. С задержкой. Бум. Смотрите. Проходит мимо. О, изрешетили все. О, что творят. Бум. Вот и все. Получено 92 души за убийство противника. Остальные души хранятся в надгробии. Уничтожьте надгробие, чтобы получить 216 душ. Получено 216 душ за уничтожение надгробия. Как здесь все сложно. Получено 98 душ за уничтожение надгробия. Это что, надгробие, что ли? Непонятное что-то. А, шманули. Вот такая бы машинка там. Оп. Зона начнет сжиматься через 10 секунд. Получена 91 душа за уничтожение надгробия. Это я зря. Они могли подстрелить. Нажмите, чтобы покинуть технику. Нажмите F. Спасибо. Не надо. Зона сжимается. Что им было не залезть в какой-нибудь домик? Я на нем бы дом не разрушил. Зенитка. Какая бы зенитка, и там на катере прелесть. Оп, шмальнул, выдал себя с потрохами. Тут главное было не промахнуться. Ну, бум, все, победа. Теперь и помереть не грех. Убийство пистолетом 1, убийство игроков 7. Плюс 103 к рейтингу.
185. 1 плюс 103. Почему 1 плюс 103? Так, рейтинг побед, рейтинг убийств, рейтинг боев, 2 боя. 1 плюс 1. А, это был... Это был... Рейтинг 107. Или 1. Третий уровень. Второй бой это у нас был, пока мы больше не играли. Так, так партить может только раз. Никто не догадался спрятаться хотя бы за деревом. Хотя бы. Никто из семьи. А этого я из пистолета пулемета застрелил. Он меня выстрелил, но промахнулся. Не, не меня, тетку. Тетку какую-то, которая за нас. Мы за нее играли. Или она за нас. Ну, кто-то за кого-то. Кто-то как-то. Рейд Шадоу Легенд. Вот это вот. Легендс. Шадоу Легендс. Рейд. Рейдец этот. Пока пустим. Почему нас еще не выгнали? Ну, наверное, выгонят. Сейчас. Через 5 минут. Минуток. Сыграйте на Таэго. Японская карта. Вот. Что-то они с патрона стреляют. Но у меня явно был фалс-патрон. Мы кранки. Вот мы лежим. Ну ладно. Бук. Бук. Так.
Может быть вообще лед, а не мелководье. Заледенело, может. Все. Все заледенело и все. Куда нам лучше? Туда или обратно? Так, F. На F нажать. А туда нужно обратно. Туда-сюда обратно. N24. А что такое? M16 это штурмовая винтовка. А N24 потом посмотрим. Нет, этого не видно. А жаль. Можно и так. И без катера можно. Так. Семь осталось живых. Обзор мы улучшили, но катера не видно. Тяжело найти катер. В темных водах, особенно если его здесь нет. Коня, о, царство за коня. Мы уже кого-то подпортили. А где они? А, вот они. Все, убили мальца или девку. Пять минут чего-то, да, 3 секунды. Чего-то
роковое событие. А, начинает сжиматься. Хрень это. Эта хрень начнет сжиматься. Короче, не спасет отца русской демократии и гиганта мысли. Потому что один выстрел, и он все заглохнет. Или если врежешься в камушек какой-нибудь, тоже все задымится, задымится и смерть. Очень хлипкая здесь техника. Началась красная зона. Сжимается. А наши уж не дуют. Ой. Где я сделал так? Наши там поживают. О, плохо поживают. Так. Штучка. Во. Так.
хреново. Нет. Не пройти тут. Может, я, конечно, успею добраться хотя бы туда. Десять секунд. Огромное пространство и ни одного катера. Хотя бы зелененького этого. Хотя бы зелененького. Такого. Ну и этого. Шифт не помогает. Быстрее он от этого плыть не начинает. Чего-то. А так медленнее, если боком. Мне выбраться придется. Слушаю, а это опасно. О, обстреливают, оказывается, бомбят. Это водичку. А мы-то радовались. Мы радовались, что они бомбят. Мы не успеем. Может быть, маршрутку поймаем. Надеюсь, маршрутки все с обстрелом, скорее всего. Через 5 секунд начнется сужение.
Можно было, конечно, отмокать там, но слишком близко к берегу. Неизвестно, может, там лед просто. Мы там не были. Но какие-то штучки. Это малые строения какие-то. А куда пойдем? Один остался. Или не один? Нет, один. Один остался. Ну ладно. Выйти, покинуть матч. Так. Что тут у нас? Если покинуть матч, то места не дадут никакого. Статистика. Журнал матча. 29 место. А нет, о, никакое. Если покинуть до того, как всех убьют. Никакое место. А может, он еще играет. Потом появится место. Неизвестно. Но Ричард Гир. Видимо, большой носик сделали. Они так его видят. Где?
апельсины они что-то кидают. Апельсины. Апельсинчик у него на боку висит. Так. Хорошо бы сюда лететь и быть. А, нет, яблок. Яблок. Можно бросать. Вообще-то едой не кидаются. Извращенцы. То есть извращенцы-то только и кидаются едой. А путные люди не кидаются. И куда мы? Туда лететь хорошо бы и плыть. Ти-ти-ти-ти. А может сюда лучше, а не туда. Это мелководье, наверное. Нет, суша. Это суша. А, нет. Летят куда-то. Куда они летят? Так, эх. Они пусть летят. Перелетные птицы в туманной дали голубой. Летят они в дальние страны, а я остаюсь с тобой. А я остаюсь с тобою, родная моя страна. Не нужен мне берег турецкий. Чужая земля не нужна. Вот так вот. О, вот там нечто похожее на катер. Нечто. Нечто очень похожее на катер. Вот так вот, прямо, прямо в воде розовенький контейнер плавал. И там фаус.
воздушные команды уничтожили. Из нашей команды дружно. Ничего не видно. Где они? Ничего не видно. Так, Виктор. Да, это оно. Катер. Теперь бы до него добраться. Невредимо. Вообще не видно. Вообще, то есть совсем. Ни хрена не видно. Нарисовать эту карту. Круг не нарисовать эту карту.
миллионов всех перебили. Человечка. 5 секунд. Полет нормальный. А там еще один катер. Или скорее водный мотоцикл. Вот там. О. На углу мини-карты. Вот она. Вот тут. Вот он там. Водный мотоцикл, модный водный мотоцикл не может крутиться на месте, в отличие от катера. Он все время притормаживает. Но и бесконечно может вращаться на одном месте. 42. Что-то они затормозили в убийствах. Так. Сужается. Нет, не сужается. Не сужается. 41. Человечек. Рейд. Пересесть на другое сиденье, ну там где управление, и застрелить. А могут снять с него, его могут угробить и снять из винтовки. 40, 38. Хорошая игра реакции. Ограничение игрового пространства, наверное. Для игровой зоны. Через 30 секунд. Так. Все погибли. Она возрождалка. Эта тетенька. Возрождает компаньонов. Убитых. Нам бы такой в команде. Шуфлеры стояли. Оживлять могла.
должен быть населенный пункт. Но видно его плохо. А нет, что-то есть. Туман, туман. Сейчас. Конечно, выйти из катера и спрятаться сзади. На всякий пожарный. О, вот там вот катер. Может, это камень. Не водный мотоцикл, а камень просто на берегу. Вот там. Там, где фонарь. Вот что-то там белое темнеет. Контейнер спускается. О, кто-то на дельтаплане с моторчиком прилетел. Вот она сужается, подходит. Подходит. 20 осталось. О. Да.
было бы замечательно, если последний оставшийся в живых разбился бы на машине. Или... Или просто вышел из игры. Зачем ему подеваться? Просто бы игрок вышел бы из игры, а он бы... того... этого. Второе место. Выйти в лобби. Отмена. А чё? А чё здесь ещё ждать? Четыреста десятый, 117-я, 293-й. Все погибли, все погибли. Только наш герой 20-го уровня выжил. Oh.
дикие. Закрыть. Ну и что там у нас статистика говорит? Выжить 200 минут, в общем, время выживания включает в себя время, когда вы наблюдаете за напарником. А, даже так. Время выживания включает в себя время, когда вы наблюдаете за напарником. Нужно было наблюдать за напарниками. Я предпочитаю без принтов футболочки. Использовать две эмоции в одном матче. Эмоции покупаются, наверное. Собрать, в общем, 300 предметов. Ну и тогда стильные штанишки дадут. Собрать получено. Собрать. Возможно. Я же не плачу за игру, какие эмоции. Так, укрытие. Старьёвщик, оружие, разбор. Чё, разбор? Оружие. На продажу. Так, чертёж. Забрали. А чё это? А вот эмоции. О! Это можно, что ли, использовать? Две эмоции за матч.
Улучшенные настройки. Использование комплекта эмоций и графики можно изменять, перетаскивая их на колесо или обратно, или дважды щелкнув по имеющимся у вас эмоциям и графике. Приобретено. Все это. Значит, у нас есть эмоции, значит, мы можем на халяву можем, это как его? О! Перетаскивать можно. Настройки клавиш эмоций и графики можно изменить в системном меню. Назначенную клавишу можно использовать в лобби и во время матчей. Да, где можно изменить в системном меню? Футболочки. Вы же видели, как мы взяли футболочки. А их нет. Почему так? Непонятно.
итоге событий. Майка и рукавка с гепардом получены. Ничего не понимаю. Ну и где она? Мощь. Может, это как раз цвет бежевый. Может, это только цвет автомата, штурмовой винтовки, а не сама штурмовая винтовка. Использовать две эмоции в одном матче. Для начала нажмите кнопку «Участвовать». Миссии можно выполнять только в обычных ранговых боях. Каждую миссию можно выполнять только один раз. Высших миссий нажмите кнопку «Забрать», чтобы получить награду. Внимание! После окончания события забрать неполученные награды будет нельзя. А это до 8.18. Нет, до 17.08. Ага. Ясно. Ну, меня тут уже не будет завтра, то есть уже сегодня. Что это ранговый? Обычный ранговый. Сезон и рейтинг 13. Выживание. Получить. Это что такое? Награда за мастерство выживания. Получить. Наконечник стрелы получен у предметов. А это что? Получить все. Жертва. Сырная вкуснятина. Бенгал. И что это? Аватарки, что ли? Изменить. Войти. Решительный. А. Консервативный. Коэффициент высадки в горячих точках. А. Это красная зона. Туда нужно ехать и побыть под обстрелом. И тогда выполнишь задание. Решительный. И чё это? Моя черта столкновение решительный. СРД. Время столкновения среднее по сообществу. Избирательный. Собрано предметов игра. За игру 8 предметов. Среднее по сообществу 41 предмет за игру. За игру. И чё это всё? А на выживание оружие? В это я в других играх. Пользовался в других играх. Этим пользовался, этим часто пользовался. Этим ручной пулемет.
Манчестер. Не только Моусина, а образца 1800, чего-то там такое. Но какая она тяжелая, не только Моусина. Ужас. Сразу поясница заболела. Как только поднял. Это добряки. Прелесть. Сайга, сайга. Это такая же штучка, как автомат Калашникова, только гладкоствольная. И калибр другой. Сайга, она и в Африке. Сайга. Другой калибр. Или тот же. 7,62? Нет, это же дробовик. Пистолет принят. Снайперская винтовка. И все. Маловато будет. Пулеметик. Вот этим мы пользуемся. Только с двумя. С двумя. Разничками. Этим пользуюсь. И этим пользуюсь. Если вроде бы. Или вал кто-то из них. Пистолетики. Прелесть какая. Только дырочку. Дырочку забыли просверлить. Вот здесь она должна быть. Как без дырочки стрелять-то? Взорвется в руках. Это пистолет такой. А выглядит как пистолет пулемет. Вот бывает же так. Диков. Все. Короче. Арбалетик. Так. Повторы. Надеюсь, они не это, не как его, не у меня на компьютере хранятся где-нибудь в облаке у них. А, ну, даже если в компьютере, весит мало. А, ну, потом все равно сотру вместе с игрой. Внешний вид. Почему же не дали нам футболочки-то? Так. На
наблюдателя. Режим наблюдателя, звук. Эти клавиши эмоций. Проиграть эмоцию один. А чё круг они не хотят? Окно чата, колесо. Эмоция один. Чёрт её знает. А потом чё-нибудь не будет. Ну, я же всё равно того не то. Перезагрузка заданий. Чё-то, спасибо. Отрицательно, нужны боеприпасы. Нужна подмога, спасибо, подтверждаю. Замечен враг. Невидимую стену и падал без парашюта. Ужас. Здесь хорошо.
Кстати, мы здесь ни разу не были еще. Не были еще. Совсем не были. А эти что там такое? Шурак, который вместе с нами отблокировался. В этой области эмоция недоступна. А почему недоступна? Бежим. Ага, мы бежим в правильном направлении. Внимание, началась красная зона. Опять бронежилет.
Приклад нас демаскирует. Демистат красивый. Шестьдесят семь между тем. Чего они блестят на солнце? Блестят на солнце зачем-то. Эй, это мы соло что ли играем? Почему-то нет команды.
Augusti 23 28 poesia.
здесь нет никакого патрона. Так. Так. Наша команда. А, да. А почему? Почему их мне не показывали? Это один тот же или двое? Двое. Засчитывается как очки выживания, то, что мы наблюдаем.
стороны достижения всякие показываются. С колоннами прячься. Энергетик какой-то слопала, наверное. Север смелых. Интересно, почему у меня на экране не отображались напарнички? Бегают, что-то все стреляют, убивают. Может, это не тетки? Или у них сложные дни какие-то? Девочка какая. Убила. Вызовите по... А, нет, не убила. Вот теперь убила. А может, не убила еще. Вызовите полицию кто-нибудь. Здесь убийцы сплошные. Девочки. Сейчас еще игра не будет.
она жила. Хорошо бы еще эти бочки взрывались от выстрелов. В следующий раз повезет. 8-е место. Так. Оп. Оп. Почему она его не убила? Она же попала. Ой. А что, победители это развлекаются? Эмоциями все себе закрыли. Ошибка аутентики. Значит, уже 3 часа. 54. Я уже вышел из игры. Поиграли и хватит. Период закончился. Недельная бесплатная игра. Хотели увлечь меня этой игрой, чтобы я денежки заплатил. Зачем? Если есть бесплатная такая же. Бегаешь, стреляешь, ездишь. И эти гораздо прочнее. Корсет, вот. Кузин Рояль.
использование 4 5 серебряных ключей от роковой башни мы не выполнили. Эту башню сегодня прошли. Башня 58. Надо будет так. Вот сфоткаю всех монстров. Команды, которыми мы их побеждали, чтобы потом не мучиться, подбирая команду нужную. Сфоткаю и сложу в отдельную баночку. Thank you.
всем спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.